В Афипском центральном парке продолжаются строительные работы. Грандиозный проект реализуют в рамках программы формирования комфортной городской среды. Изначальная стоимость работ – 32 миллиона рублей. Однако в ходе торгов удалось снизить сумму до 28. Сэкономленные деньги хотят вложить в дополнительное благоустройство парка. Андрей Дорошевский вместе с главой афипского поселения Юрием Коваленко проинспектировал строительные работы. Готовы бетонные основания для беговых дорожек и площадок. В будущем сверху установят специальное резиновое покрытие. На детской площадке установили красочное и безопасное игровое оборудование. Большое внимание уделят зеленым зонам. При строительстве парка стараются максимально сохранить здоровые деревья. После окончания строительных работ посеют газон. Проблем у нас скандальных нет. Замечания они принимают, вместе решаем. На сегодняшний момент я знаю, что у них все, даже то, что будут ставить, оно уже все приобретено, все оборудование, и находится у них на складе. Несмотря на соблюдение графика, Андрей Дорошевский поручил проследить за тем, чтобы работы завершились в срок. Юрий Коваленко рассказал о планах поселения реконструировать мемориал «Вечный огонь», примыкающий к парку. К работам приступят в этом году.